Сценарий фильма «В бой идут одни старики» основан на реальных фактах. 5-й гвардейский истребительный авиационный полк прозвали «Поющий». В нем имелся собственный хор. 2 самолета были подарены оркестром Утесовым. На одном из них красовалась надпись «Веселые ребята». И этот полк дошел до Берлина и сбил 744 вражеских самолета. Имел в своих рядах 27 героев Советского Союза. А под личностью маэстро – герой Советского Союза Виталий Попков. Но вначале цензура не пропустила его. Мол, не героический. Летчики, как поющие клоуны. Однако письмо начальника штаба войсковой части 55127 Лешкова о том, что сценарий – это честный рассказ о войне и людях, добывших в ней победу, повлиял на решение. А маршал авиации, герой Советского Союза Александр Покрышкин. Кстати, именно о нем прибыли эти на задание, по радио сообщали: «Внимание, в воздухе Покрышкин!» За одну ночь, прочитав сценарий, подготовил для фильма не один самолет, как его просили, а целых 5. Все, кто отвечает на бахнутый дом, за мной! Все сюда, дамы и господа, прошу внимания! Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири. Я из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Бано. Друзья, горы, мир ритм новый, Кавказ. Ну а я с юга Украины, степи ровные, как стол, и песни такие же бесконечные, как степи. Прошу услышать хор, лучший хор очень большого театра. Что у нас с репертуарами? Землянка. Синий платочек. Темная ночь. Маэстро, нет арфы. Нет, получится. Арфы нет. Возьмите бубен. Новинка сезона. От винта. Но кто сказал, что песни нужно бросить на войне? Ведь после боя сердце бросит музыку вдвойне. Пилота можешь ты и не быть. Подальше от начальства, поближе к кухне. Дорогу старшим надо уступать. В трамвае тоже, но не в бою. Я мог бы сбить и больше, но вы своим нижним бельем, товарищ комдив, распугали всех немцев. Девочки, а помните, как хорошо было до войны на танцплощадке? Когда летом на рассвете заглянул соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встань над рекой, сотни летние встречай. Партизанский молдаванский собираем мы отряд. И вчера на партизан.